Веномансер. У Нави половину мы уже здесь разобрали. ФНГ, Тренд Протектор, Хвост, Разор, Дэнди на Инвокере, Ванскор, Скайврас, Мейдж и Фаник. Фаник. Фаник у нас будет стать в легкой на войде, в соло. Ого, сейчас сами Нави захотели пойти в сложную. Ломают здесь вард. ПСМ, естественно, видит. Также быстрее, быстрее сентри ломать. Сломали сентри. И сейчас сами Нави ломают здесь весь вижен. Еще один сентричник поставили. А больше-то вижена нету. Так вот. Сейчас еще один вард тыкнут или что? А, нет, сломал все-таки. А, ну правильно, отсюда видно же вард, да. Точно, вот отсюда его не было бы видно. Ну что ж, Артас, да, отправляется пока что к себе на легкую. Или прогадали Компас Гейминг, или просто хотели отправиться в изи линию. Но встретят они здесь триплу новей. ФНГ в инвизе. Сейчас будет семя, есть семя. И Афонин же в меде на Веномансере может уже на самом деле здесь страдать. Хотя также есть два саппорта. Нельзя отсюда КПГ уходить. Полетело семя, Афонин же, конкассив шот. А Скайврас Мэджи просто руками ФНГ там ломает голову. Веномансеру полетели каски. Хорошо. ФНГ очень мало здоровья. Минус ФНГ. И Ванскор убьют. Да, там сейчас еще орех такой залетел. Ноль армора у Скайврас Мэджа. Вот так вот. От ПСМ даблкил. Но в любом случае отдали ФБ. Ну, ничего особенного здесь нет абсолютно. Даже немножечко золота, как вы видите, выиграли. Вич-доктор 500 золота получил. Ого. Апнутый курьер тапок. Так, ну, естественно, у хвоста пока что дела получше здесь, чем у антимага. Понятное дело, есть статик линк. И просто гоняет Артаса постоянно. Всасывает там из него весь дэмэдж. Все очень просто сейчас для хвоста. Горец. Фаник прыгнул сейчас на горец. У нас сразу башек. Сразу башек еще будет? Еще баш. Но нет, 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 не прошло. Ну, в любом случае, прохаразил. Очень сейчас неприятно войд. Так, ну что ж. Компас Гейминг сейчас уже в трипле у нас находится. Хвост пытался плазмой фулдом достать до Артаса. Особо у него это получилось. И, конечно, очень аккуратно играет, что одна, что другая сторона. КПГ сейчас также не наглеют, так как здесь находятся три парня у Нави. Артас 6 крипов, хвост 8 крипов. Разница не огромная, тем более там уже действительно фармят ребята одинаково. Ой-ой-ой, ФНГ может здесь загулять, но ФНГ дабл дэмэдж, и нужно сейчас драться, нужно Навям драться. В чем была проблема на развороте дать? Ну, хотя Артас облинковался бы, естественно. Но вот ПСМ можно было бы и поймать. Угу. В миде у нас ситуация вот такая. Вот Дэнди 14 крипов, а Фонин же 7. Но не будем забывать, что опять же здесь инвокер, тем более с когтями. Здесь бедненький Веномансер. Хвост опять здесь буйствует немножечко. Так, годом. Прокушал сейчас дерево, нашел. Ванскора полетела, также каска. Артас прыгнул. Далее еще и поизон вдобавок. Сайленс на Артас. И нужно Артаса быстрее бить. Нужно Артаса быстрее бить. Отблинковывается. На 50 хпах и уходит. А Ванскор. Ванскор также жив. Ванскор также все хорошо пока что. Нехорошо только у Медузы. Сейчас Фаник разобрался здесь у нас на нижней линии с Медузой. ПСМ, ФНГ. Здесь даже Кларити не сбили вич-доктору. Хотя у ФНГ
Какой на развороте просто зашел. Руну ждать быстрее. Руна появляется, баунти руна. ПСМ очень сильно здесь загулял. Ванскор также ему помог. Дали быстренько Сален. Снова ФНГ, скорее всего, будет тоже умирать. Хорошо. Да, разменяли сейчас здесь двух саппортов. И Ванскор спокойненько уходит практически третий левел, имея обратно на линию. Обратно к хвосту. Из хвоста здесь немножко маны повыбивали. Ультимейдж 4 стика есть. Конкассив шот. И хорошо. Просто обвинковался. На Саленс не хватило там даже маны. Дэнди здесь еще фармит на самом деле варды. Постоянно причем. Мне это очень хорошо получается. С квасами стоит. Естественно, квасфексовый у нас инвокер. Фаник. Что-то Фаник сейчас хочет здесь от Медузы. Ну нет. Нет, ни одного башика. Да тем более там уже щиточек имеется в двоечку. Трудновато будет, если не убивать. Сейчас вот последнее в росту Фаника отняли. Выход от Compass Gaming. В смоках сейчас два саппорта находятся. Должна быть инфа для Дэнди, то что ушли оттуда ребята. Хотя здесь никого тоже нету и... Вообще ФНГ у нас снизу. Зашли на Дэнди, намазали сейчас гелем, ветрами откинулся, но в любом случае стан поймал, полетел поизон, полетела каска. Ванскор также быстро здесь прилетел, минус Вич-Доктор, очень хорошо. Хороший ЕМП, годом, нет маны, Афонин же нет маны. И вот так вот разобрались сейчас с Нави, с Compass Gaming'ами. Ванскор очень хорошо там прилетел. Да, 2-0-1 у Дэнди, 37 крипов, есть уже один Oblivion став. Просто ФНГ, контрольщик рун ему на дабл дэмэдж, здесь прокает уже второй раз на инвиз, второй раз. За 6 минут забирает просто все руны абсолютно. У хвоста. Сейчас действительно будут проблемы. Полетела каска. Ой, как хорошо еще с рейнджовым крипом рядом прям стал хвост. Лимит армор быстренько сбили. Начинает Артас тут резать. Ну и хвост не выживает, естественно, никакими судьбами. Так, мне кажется, немножечко звук в доте громкий. Сейчас, конечно, я в чатике почитаю. Может быть, что-то на эту тему пишет. Нет, ничего не пишет, значит все хорошо. Отлично. У нас здесь хроносфера, кстати, от Фаника. Артас прожал еще стик и Фанику на развороте. На развороте, очень серьезно набивает Фанику, но здесь баш прошел. И также плазмофилдом просто стерло сейчас этого антимага. Ультимейт от хвоста. И ПСМ без вариантов отправляется за своим фармилой. Минус 3 в данный момент от Нави. То есть убили у нас еще где-то виномансера в мидлейне. Посмотрим даже, что у нас здесь по графикам. Разор 600 золота для хвоста. То только за 2 убийства и на мансера здесь нам не посчитало. Есть ТП, хвосту надо отсюда уходить, но стан отлетел очень быстро. И Артас. Там Лиминг Армор, конечно, и Фаник также имеется. Высасывает хвост урон, заканчивается ультимейт. В любом случае, Нави наглеют. Нави очень серьезно наглеют. Показать итоги боя. Здесь был вообще у нас бой какой-то, что ли? Да вроде нет. Хвост опять же получает стан. Артас боится. Чего-то Артас действительно боится, так как пришел еще и Ванскор, и Фаник есть. Но Фаника 330 хп, и не думаю, что хорошая идея будет врываться под вышку с таким здоровьем. ПСМ по пути здесь так еще руну забрал. Горец. Прохарасил чуть здесь у нас. ФНГ и спокойненько уходит отсюда Медуза. Как-то в чужих лесах так крутится аккуратно. Фаник, бежать. Фаник на фейзах, очень быстрый. Четвертый уровень Skyward's Mage. ПСМ сейчас найдет этого Skyward'а, скорее всего. Просто как в американских фильмах. Вышел на Годома, дали Саленс. Но что дальше-то, что дальше? Ой-ой-ой, хорошие каски сейчас полетели не в ту сторону, правда, отлетел. Череп. Ну, минус Ванскор, это однозначно. Лимит армор не особо сейчас его здесь спасут, хотя очень неплохо даже помогает. Хвост разобрался уже. И вот так вот. Просто приговорил сейчас.
Скаурас мейджа. Один в один. Ребята, разменялись. Хвост 3-1-0. Хвоста есть здесь. Фейза, квилка, грыжные стики. Все довольно неплохо. Также телепорт. ПСМ прилетел. Артес. Сюда быстренько у нас упрыгнул. Пытается хвоста набить. Годом не будет стана. Есть, конечно, один стик, но один стик это слишком маловато. И разор просто на фейсах отсюда у нас убегает. Так, а тем временем поймали горца на нижней линии. Горец очень мало здоровья. Нету маны абсолютно. И просто фаник там забил его своим битлфури. 11-5. Посмотрим уже на графики. Ой-ой, как много-то по графикам. 5000 действительно золота с копейками выигрывают у нас Нави. И в экспириенсе четверочку. Четверочку. Также ведут. Ветра. Зацепили Виномансера. Конкассив шот. ЕМП. Саленс. Очень много урона. Сейчас влетает голубь. И, ну, естественно, без вариантов для Афонин же. Пытался как-то уйти. Здесь второй обливион став есть у Дэнди. И очень скоро арчит. Очень скоро будет арчит. Орчит, орхит. Как угодно. Просто как угодно. Действительно, можно его там называть. Разор. Нет, не смещается как-то. Мидлейн. Ванскор 2-2-3. 2 нулика. Бутсулспид, грыжные стики для саппорта. Очень даже неплохо по сравнению с... Там, предположим, вещдоктором, у которого один сентришник, мэджик стик, тапочек. Да, огра тоже самое абсолютно. Только даже сентришника нету. Мом у Фаника. 10-я минута. Очень все хорошо сейчас у Фаника. Жалко хроносфера через 20 секунд. Так, будет ли у нас что-то с верхней линии? Потому что здесь также и саппорты у КПГ бегут к своей тир-1 вышке. Артес, у Артеса тоже все плохо, есть ПТ, есть, конечно же, колечко на вангвард. И прекрасно мы знаем, что это будет Кримсон Гвард однозначно. Дэнди, есть рецепт, очень хорошо, и арчит действительно довольно-таки ранний. Сейчас можно уже бегать и убивать просто всех. Компас Гейминг. Творчит по антимагу. Антимаг мертвый. Фаник прыгнул. Пытается очень сильно сейчас пробить горца. Нужно только отвернуться. Правильно отворачивается от страшной медузы. Бежит, а там горец как настреливает по момоту. Но фейзы прожал и просто 510 моуспида. Бежит куда глаза глядят, хотел сказать. Но чуть позже я вспомнил то, что у Войда нет глаз. Поэтому... Не знаю, куда он бежал. Дэнди. Гоствалки, хорошо. 11 уровень имеется. И под кулснепчиком нужно кого-то собирать. Годдом подставился, сейчас орчит. И просто начинает настреливать. Здесь еще плазмофилд. Ой-ой-ой, как больно. Даблкил уже у нас от Дэнди. Минус 2 саппорта. Артес, конечно же, выжил у нас. Тинковался еще ей. Так, а здесь приняли ванскора. Не очень качественный мистик флэр. Дэнди прилетел. Нету действительно книги, есть один гоствалк, сейчас вот ЕМП только что протестовал. Так как, скорее всего, компасы будут проявлять какую-то агрессию действительно в миде сейчас на таур. А тем временем Фаник у нас также пушит линию нижнюю. Здесь фуловая вышка, правда. Начинается у нас драка, минус Виномансер. Очень быстро и очень просто. Хвост развлекается в чужих лесах. Это 16-6. Это 7500 золота. Там 8 даже уже на 13-й минуте. 5-0-4 инвокер. Да. Остается надеяться на какой-либо камбэк. Артес. Но вот нужно было саленс. Нужно было действительно как-то давать саленс. Тем более там промакшен Ancient Seal сейчас у Ванскора. Но полетел только конкассив шот и действительно немножечко не дотянулся, скорее всего, значит, силам. Артас быстро оттуда улетел.
Дэнди нашел ПСМ, минус ПСМ. Успел только действительно тыкнуть здесь СМ3. Щелк. Нужно также спокойно отсюда уйти, но здесь вся команда Compass Gaming хорошо. Стан по Дэнди, Артас вырезает из него всю ману, есть Ливинг Армор, но в любом случае очень проседает здесь Дэнди у нас. Маны также сейчас не будет хватать, но Гоствалк через секунду и уходит. Просто уходит на халяву Дэнди. Не было никакого сентришника, ни у Виномансера, ни у Готдома. А тем временем Хвост сломал вышку. И как выжил Дэнди здесь, конечно. Фаник фармит у нас нижнюю линию. Есть 1400 золота сверху. Также здесь перчатка. Молнии недалеко. Мистик Флэр по Афонинже. Но здесь Хвост разбирается руками. Хотя сейчас три персонажа его очень сильно прессует. Хвост. Хвоста сейчас стрик очень серьезный. Если отдать Артасу, то это проблема. И да, этот стрик будет сейчас для Артаса. Годом, но с Годом. Вич-доктор все-таки забирает у нас Хвоста. Опять же, убили Медузу. Там через хроносферу? Нет, даже хроносферу не потратили. Фаник, да накрой ты куполом просто и убей его. Но нет, 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 действительно, побоялся сейчас под чужой вышки вообще ставить купол, так как может быть еще одно ТП и просто так потратить на хроносферу. Гоствалк, Дэнди опять в разведку. Скрытный здесь инвокер. Горец приходит сейчас на помощь Афонинже, и сейчас уже нельзя выходить Дэнди сюда, так как он находится тут один. И есть причем... Нет ультимейта у Афонинжи сейчас. Очень больно, конечно же, здесь Афонинжи у нас проседает. Пошел ультимейт от Горца. Нужно тут тычечку дать, но заморозился Дэнди. И это ошибка сейчас здесь сильно. От инвокера. Так, вот еще Артас просто подстилил. Забирает стрик. Посмотрим мы сейчас, кстати, на графике. Точнее, на графике, а вот сюда вот. Посмотрим, 1500 сейчас подарил инвокер для команды Compass Gaming. 1500 по 804 экспириенса каждому... Да. Подфидонил у нас Дэнди. Подфидонил явно. Хроносфера, минус ПСМ. Хорошо, быстро с ним здесь разобрались. ФНГ на хосте цеплять Годома. Но нет, 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 нет. Конкассив шот также у нас полетел в Горца. Нет абсолютно никаких ультимейтов. Сейчас могут Нави очень легко драться. ФНГ, пошел стан. Горец сразу же поймал Сайленс. Фаник, нету хроносферы. И как-то все-таки... КПГ отстреливаются здесь. Отстреливаются. Графики 12 тысяч в любом случае в пользу Нави. Что смерть Дэнди не решила практически ничего. Экспириенс. Ну, восьмерочка, да, конечно, здесь прям видно было. Артас. Ушел из ЕМП. Развернулся в другую сторону и просто отпинковался в леса. Появилась Яша. То есть Кримсон Гвард, скорее всего, будет немножечко позже. Да, так как понимают КПГ, то что нужен какой-то дэмэдж уже. Нужно как-то стараться давать отпор. Кримсон Гвард и там только оборонительный. К сожалению, ничего он больше не дает. И рецепт на меку есть уже у Виномансера. Ну как уже, 17 минута, аквила, тапок мека. Это, да, маловато. Переключим мы уже на Нетворс. И как вы видите, три персонажа действительно из Нави в топе Нетворса. 8600 Дэнди, 8100 Хвост, 7200 Фаник. И только лишь потом. Вот такой вот отрыв еще огромный. Можете посмотреть. Только лишь потом у нас идет Артас, на которого действительно играет вся команда Compass Gaming. Постоянно у нас Артас всех убивает. Постоянно у нас Артас лидирует там по Нетворсу. В общем, что-то похожее из истории, как Блэк играл у нас в музах, когда еще. Что-то то же самое, постоянно играли. Так, хорошее сейчас нападение. Здесь на Хвоста дали стан Мистик Флэр. Опять же, мимо. Ой-ой, минус Кайврос Мэдж, минус Хвост. Очень сейчас все прекрасно сделали Compass Gaming. И нужно идти ломать вышку. Нужно идти ломать вышку. Фаник тем временем как-то набивает Таур сверху. Дэнди. Дэнди пытался убить Курьера. Дасты, все прожали, но... Быстроват, быстроват здесь инвокер, еще ЕМП поставил. Ветра, хорошо, откинулся ФНГ, будет ли ульт? Но нет, все спокойно разбежались, отсюда Горец. Хорошо, ультанул ФНГ, увидели. Фаник,
Хроносфера по двоим. И тоже застыл. ФНГ ульт по четверым. Нужно отсюда просто уйти. Нужно просто отсюда уйти всей команде. Чем Нави занимаются? Дэнди, ветра через 6 секунд. Ну и так спокойно уходит, на самом деле. Хроносфера была от Фанника не очень качественной. Ну, в смысле, поставил он ее действительно по двум персонажам. Но... застыл на месте. Превратился в камень. Dire's middle tower is under attack. 21-10 в пользу Na'Vi, и по вышечкам также, ребят, естественно, лидируют. Еще ни одного таура не сломали у нас Compass Gaming. Золото больше 12, experience 7. У Razor'а есть БКБ. Еще так на пару с Фанником все отфармили. Фанника 2600. То есть практически уже есть Мжалнир. Очень странно, почему не собирает антимаг. Дальше у нас Crimson Guard. Потому что это просто, наверное, любимый уже артефакт Артаса. Действительно, на этом персонаже. Начинается у нас здесь небольшая драка. Нет, драки, к сожалению, не начинается. Это у нас Огромак фармил так лес. Дэнди. Дэнди есть дагер, форчит. Все очень качественно и хорошо. И можно врываться, на самом деле. Сейчас просто убивать Афонинжа. Никуда он там не должен деться. Есть мека, да, но также навряд ли она ему поможет. Но Na'Vi решили пойти на Рошана. Туда лакрити Дэнди очень действительно накидывает здесь неплохо. Также Фанник, естественно, с мамом хвост. И да-да-да-да-да. Рошан у нас очень быстро падает. КПГ. На защите Артаса. Всем своим составом. Ну, кроме Афонинжа. И вышечку сейчас будут тир-1 у нас бить. Здесь уже падает Рошан. Должны скроллы лететь наверх. Да, еще ребята из Na'Vi будут дефить. Есть Дэнди. Хорошо, поставил ЕМП. Всех отогнал. Вышечку задефил. Как-то просто все для Na'Vi. Хроносфера, Афонинжа, очень больно. Просто пробивает его здесь нереально. Но сразу куча телепортов. Фанник, нету блинка, есть ливинг-армор. Еще и бэктреки. Но Артас просто не прощает сейчас его. Хвост, ВКБ пытается убежать. Здесь также ванскор, хорошо, ультимейт от Медузы. Хвост очень медленно пытается уйти, ПСМ. От Мистик Флэра у нас погиб, минус хвост. У вас-то была Егис, хорошо, только Егис. ФНГ, ФНГ должен ультовать сразу. ФНГ, ульт, Овергросс, давай, друг. Овергросс, хвост, настреливать по горцу, пытается убить. Артас. Отблинковывается, просто отсюда уходит. Рецепт на Мантастайл, есть уже Мантастайл. Годдам, конечно же, здесь погибнет. Не точные ветра от Дэнди, но в любом случае Годдам не выживет. Даже у ЕМП еще задело. Минус Годдам. Прилетает сюда Афонинжа, у Афонинжа есть ультимейт, и... Нет-нет-нет, не хочет пока что накручивать. Ну, вот сейчас только решил здесь раскастовал и отправился в таверну. Мека себя подхилил, жив. А у хвоста вот действительно проблемы. Дэнди, также его здесь нарезает у нас антимаг. И... ветрами откинулся. Блинк-даггер через секунду должен блинковаться. Очень хорошо все сделал сейчас Данил у нас. Но нету ТП, нету скролла. Вот так вот. Приговорились сейчас, что Разора, что Инвокера. Мифрилхаммер появился у Инвокера. Кстати, итоги боя. Очень даже интересно. 2400 для Артаса с трех убийств. 3500 в золоте. Действительно, изменения сейчас для Compass Gaming. Также очень много в экспириенсе. Здесь у нас хроносферка и Фанник встрял. Фанник явно встрял. Пытался убить он Артаса, но... ребята, запомните, за Артасом вся его команда просто горой. 7-1-2, и это дефолт, на самом деле, для Артаса. Потому что постоянно ребята играют именно так, и вот, да, выбивается у нас антимаг в топ-нетворса.
12600 сейчас имеет, а вся команда остальная не делает абсолютно ничего. ФНГ, очень хороший ультимейт. Хвост прожал БКБ, Артас пострадал. Нереально, нету маны даже, чтобы улететь. Конечно, скоро появится. Но в любом случае убивает нас пока что здесь ванскора. Погоню за ванскором. Есть телепорт. Но антимаг уже слишком далеко. И даже вышечку не отдали, на самом деле. Здесь один тауэр только у Нави упал. Двадцать четыре минуты. Отличная мобильная дота. И вот такой вот камбэк сейчас Compass Gaming здесь сделали. Небольшой такой камбэк. Действительно, в пятерочку по золоту. Но эта вся пятерочка пошла антимагу. Дело вот как бы в чем. И есть манта, и 4 сверху. И это у нас Eagle Song. Артас фастовый баттерфляй. Ну, не будет здесь действительно уже делать Crimson Guard. Дэнди несет себе Ogre Club. Заваливает себе, естественно, БКБ. Так как прокастов очень много. Противная Медуза, противный Виномансер, противный Вич Доктор там со своими поизонами, касками и прочим. Я уже не говорю про Ogre Мага. И антимаг. Тоже герой не из приятных. БКБ здесь обязательно. Смоки от Compass Gaming. Так. В чужие леса. КПГ. Искать Навей. И найдут сейчас здесь действительно парочку персонажей Нави. Фаник спрятался, и можно ставить хроносферу. Отлично сейчас бы вышло. Фаник должен врываться. Нашли Фаника. Начинается у нас драка. Годом очень хороший купол от Фаника. Также Мистик Флэр. Минус 2. Будут продолжать. Афонин же поймали. Сейчас у нас здесь Виномансер. Просто в пятером начинает его убивать. Артасу нужно уйти. Артасу нужно уйти. Горец. Не позволил сейчас просто так Нави выиграть драку. Тебя бодали одного здесь Вайда. И Артас нарезать. Ванскора нету абсолютно ничего. Ну повесили ультимейты. Нету мана Войда также у Артаса. Минус Артас. Сняли стрик. И минус Горец. Тоже отсюда он никуда не уйдет. 5 в 1. Тимвайп от Нави. Говорил то, что нужно бежать. Но захотели как бы прям... до конца драться. Не Compass Gaming, а до конца гейминг. Показать итоги боя. Да, минус 850 сейчас у компасов и 2700 в пользу Нави в золоте. Да, вот обратно выравнивают преимущество свое набранное. До пятнашечки опять сейчас, скорее всего, это будет все подниматься. Дрошана чуть больше 3 минут. Ну да, как раз таки уже 3 минуты у нас осталось. Дэнди, есть БКБ. И у хвоста также появляется здесь Аганим. Ну нет, еще немножечко все-таки стоит Саше подфармить. Да, вот прям буквально 200 золота. У инвокера макшеные квасы... Не знаю, правильный ли это вариант, что их зорд только в единичку. Возможно, ставить нужно было на 4, и просто замакшивал действительно уже потом их зорд. Но Дэнди думает иначе, и, к сожалению, поспорить с ним я не могу. Скайрос Мэдж. Мека, 2 нулика, крыжиный стик, прям... Джентльменский набор сейчас для саппорт. Все необходимое. КПГ. Вышечку сверху, естественно, будет ломать. Поставили глиф. В любом случае, здесь глифа нету. Хвост. Дэнди кастует. Телепорт. Хорошая хроносфера. Здесь уже от паника. Годом умер. Горец также погиб. И антимага здесь, скорее всего, тоже нас будет убивать. Отблинковался в леса. Артас. Есть телепорт через секунду. Но без вариантов. Без вариантов просто. Минус 3. Минус 3, здесь единственный ванскор живой в мидлейне. Пытается убежать Саленс по ПСМу, но там последний тик. Не хватило маны на Мистик Флэр, скорее всего, хотел как-то прохарасить. Дэнди.
что сейчас крипы под кулснэпом сильно действительно по СМ пробивают. Поднял на ветра и просто сейчас ручкой тыкнет по нему. Да, минус по СМ. А здесь Фаник разбирается у нас с Афонин же. И это 4 в 1, если брать общий расклад. Действительно, очень быстро сейчас Дэнди перетянулся с верхней линии в сторону мида. То есть там, естественно, замакшенный Векс. Это все происходило у нас, скорее всего, там, да, еще прыгнул с даггера. И просто побежал Годдом. Минус Годдом. Ну и вот, уже не 15, уже практически 20. Преимущество у Natus Vincer. Минус вышечка в миде. Да, действительно, здесь сейчас Na'Vi просто уже свой темп навязали. Сейчас так его укрепили здесь плотно. Горец получил Silence. Не может включить моношилд. Поэтому быстро у нас очень умирает. Артас прыгнул, шлепнул сейчас здесь по хвосту. Но у хвоста не так уж много маны, на самом деле. Не такой уж большой урон. Минус Артас через хроносферу. ФНГ поймал сейчас также и по СМа. Очень быстро разбираются Na'Vi с своими оппонентами. Я думаю, здесь все ясно. Да, Горец думает так же. Good game. И вот 30 минут каточка. Остановили вот это вот буйство КПГ. Действительно, какой-то там они стрейк побед уже сделали. То есть у них 3 или 4 победы подряд, я точно не помню. Но примерно так. 3 это 100%. 3 или 4. Ну что ж, будет у нас, скорее всего, сейчас...